С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Японии. Во главе делегации исполнительный директор публичного общества международного сотрудничества префектуры Исикава Наоки Уо. Гости встретились с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Также на встрече присутствовали проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Ильшат Гафуров провел для делегации презентацию Казанского федерального университета. Дмитрий Таюрский рассказал о сотрудничестве с японскими партнерами. В частности, гостей университета ознакомили с программой сотрудничества с университетом Канадзава. Программа состоит из трех частей. Первая часть – это культурный обмен, вторая часть – подготовка инженеров будущего, и третья часть – это подготовка высококвалифицированных специалистов в различных областях, в том числе в области медицины. Проректор по образовательной деятельности рассказал о сотрудничестве с университетом Рикен и другими партнерами КФУ из Японии. Глава делегации Наоки Уо предложил привлечь студентов Казанского федерального университета к участию в программе по изучению японского языка и культуры в префектуре Исикава. В нашей программе участвуют группы студентов со всех уголков мира. Все студенты располагаются в японских семьях, это является нашей особенностью. Исикава известна своей культурой, поэтому для гостей проводятся различные мастер-классы. Помимо студентов, в программе принять участие могут и преподаватели КФУ. Артем Тупичкин, Радик Загидуллин, Владимир Нелюбин, Универньюз.